Всем привет, меня зовут Егоза. Я только что встал, спал. Сейчас уже, 12 часов дня. И вот смотрите, Даша ушла на учебу утром, рано. И как вы думаете, что Даша делала? Конечно же, Даша гладила свою одежду. Теперь вот так подносим руку. Ой, что это такое? Тепло? Утюг до сих пор еще горячий? А ну-ка проверим-ка. А ну-ка посмотрим-ка. Ой, включено. Что это у нас тут такое? Проводочек какой-то. Куда это он идет? Ага. Ага. В резеточку Даша он идет. Это то, о чем я тебе всегда говорю. Проверь утюг. Даша, проверь его. А Даша говорит, что ты думаешь? Я не выключила его. Я его выключила. Угу. Горячий стоит. Кипяток уже. Охренеть. Самое главное. Выключить нужно. Утюг. Вот так вот. Выключить его. И потом уже куда-то ехать. Плыть, лететь. Потому что это жесть. 4,5 часа утюг стоит, греется. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, комментируй и рассылай этот видос друзьям, чтобы другие выключали утюг. Пока. Носится, как стрекоза, шустрая, быстрая.